среду в Самарской области малооблачно. Местами осадки плюс 18 днем, ночью 13 выше нуля. Ветер северо-западный 4-6 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, небольшой дождь. В дневное время плюс 18, ночью плюс 11 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Тольятти переменная облачность, небольшой дождь. Днем плюс 18, ночью плюс 12 градусов. Северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. В Самаре облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем плюс 17, ночью 12 с плюсом. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 76%. Температура воды в реке Волга плюс 21 градус. Геомагнитная обстановка, небольшие возмущения.